Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Купринов Плей, мы продолжаем с вами Skyrim. Наконец-то кончилась эта страшная музыка, и мы с вами сегодня начинаем сюжетку проходить. Я больше квестов интересных не знаю, если кто-то напишет, то в принципе уже хватит. Основные сюжетки мы с вами прошли, теперь будем проходить основной вообще сценарий игры. Потому что уже 82-й выпуск, и я думаю, что к соточке, наверное, мы закончим, а может быть и раньше. И, так сказать, вот так и сказать. Так, что у меня с клинком-то? Во, зелененький, отлично. Так, нам, собственно, пора ставить уже указатель на эту херню, и поехали. Встретиться с дельфиной в Ривервуде. Как бы грустно, как бы печально это ни было и не звучало, но это так. Еще есть, конечно, задумки у меня в Steam маски драконьих часов собрать, но это не факт, что это будет. Потому что это слишком много Вот, вспомни, как говорится, вот те маски драконьих жрецов. Может быть, не знаю, может быть. Я посмотрю в описании, интересно это квест или нет, и стоит ли вообще его проходить. Мы уже с вами 82 серии не можем даже чуть-чуть только начали основную сюжетную линию проходить. Давайте уже начинать. Скайрим-то заруливать. Пора спасать, ёпта, эту вселенную. А то она без нас погибнет. Там все умрут, или кто-то там драконы, наверное, какие-нибудь. Или кто там бороться с ними надо. Вряд ли за тобой следили. Пошли, у меня есть план. Пойдем. Коль ты такая вообще резвая баба, пошли. Если есть план, выкладывай, я готов послушать. Я хочу его послушать. Можно я прилягу? Нет. Но повесту... А, мы же с тобой в ящик заходим, я и забыл. В Нарнию. Про Нарнию наш с тобой забыл, дельфин, прикинь. Находи, дельфин. Это ее так все называют. Я уже не буду называть дельфина. Дельфин, заходи! Я придумала, как провести тебя в Талморское посольство. Окей. Я придумала, как провести тебя в Талморское посольство. Ну, давай, говори. Посланница Талмора Эленвен часто устраивает приемы, где собираются богатые и влиятельные люди, тем самым демонстрируя эльфам свою лояльность. Угу. Я могу провести тебя на такой прием. Когда будешь внутри посольства, покинешь сборище и отыщешь секретные документы Эленвен. Ага. У меня есть человек в посольстве. Он сам не пойдет на такой риск, но сможет тебе помочь. А, цыконская. Его зовут Малборн. Лесной эльф. У него много причин ненавидеть Талмор. Можешь ему доверять. Это еще вопрос. Я ему передам, что вы встретитесь в Солитьюде, в смеющейся крысе. Знаешь это место? Нет. А я пока попробую добыть тебе приглашение на прием у Эленвен. Найдешь меня в конюшнях Солитьюда, когда договоришься с Малборном. Есть вопросы? Нет, есть вопрос только, кто мне жует сейчас на правую ухо. Вот это да. Так, хорошо, какой-то Малборн. Мальборо, как сигареты какие-то. Чувак, наверное, их изобрел. Барда слышу. Слышу Барда, ёптуешь. Бард, где Бард? Где-то рядом. Где-то рядом этот засранец салют не играет мне душевно веселые песни. Так, Малборн, на карте показать. А, в Солитьюде. Так она тоже будет в Солитьюде, смотри-ка. И конюшня в Солитьюде, она в Солитьюде. Смеющаяся крыса. Где находится у нас смеющаяся крыса? Мне не нравится этот щит. Ах, не успел его отвернуть, а мне реально не нравится. Он так на меня смотрел, короче, грозно. А вот вам, пожалуйста, смеющаяся крыса. Забыл вещи выложить. Вещи забыл выложить я. А в избранное поставить клинок я не забыл. Так прекрасно, когда гости приезжают в город. Наверняка у тебя было много приключений. Да я только из тюрячки, какие приключения. Что тебе нужно? Мне нужно присесть, во-первых, а во-вторых, с тобой потрещать за жизнь вообще. Где ты тут? Рассказывай. Да. Правда? Да. Ее выбор пал на тебя? А чем я плох? Надеюсь, она знает, что делает. Конечно. Значит так, я могу пронести кое-что для тебя внутрь посольства. Даже не пытайся пронести с собой еще что-нибудь. У талморских стражников нюх на это. Дай мне то, без чего не сможешь обойтись, и я пронесу это в посольство. Остальное за тобой. Окей, подожди. Вот что мне понадобится. Я пронесу это в посольство. Мне пора идти. Я тебя найду на приеме, не волнуйся. А что тебе? Да опять меня сейчас избранная слетит, мать твою, в голову. На, козел. На. На, собака. Чё, мне больше, в принципе, ничего не надо особо-то. Остальное я чё... А, остальное у меня, наверное, заберут и потом отдадут. Да? Ну ладно, окей. Всё. Ты ведь говорил,
Ладно, я принесу это в посольство, мне пора идти. Клич, и придет... Да, Давакин, как встать-то мне? Прям так я в посольство и пойду. Изгонит он зло, и врагов победит. То сквозь адское пекло пройдет невредим. И доблесть его небеса озарит. И раз, два, три, четыре, пять. С детства с рифмой я дружу. Какие классные рифмы у этой бардихи. Ну просто отлич... Сука, босой человек, ног как всегда нет. Босой человек куда-то скачет, куда-то прыгает. Так, встретиться с дельфиной на конюшне. Ну пойдем, дельфина, встречусь с тобой на конюшне. Я пойду в посольство голый. Мне насрать. Я пойду в посольство голый, все. У меня заберут мои вещи, а потом на выходе из посольства должны их мне отдать. Само собой, чую прям. Привет. Ночами-то холодно. Да. Может, хоть что наденешь, стыд прикрыть. Да приходи, согрей меня, что ты. Да я поздравляю тебя. То, что нужно пронести в посольство, уже у Малборна? Конечно, да. Хорошо. Вот твое приглашение на прием. Но ты сможешь пройти через охрану. Только если они поверят, что ты действительно из приглашенных гостей. Чё, мне им станцевать, что ли? Это значит, что тебе нужно одеться соответственно. И не тащить с собой целый арсенал оружия. Вот, надевай. Давай. Когда все будет готово, отдай мне все остальные твои вещи. Я сохраню их до твоего возвращения. У тебя будет только то, что Малборн пронесет внутрь. Ну и то, что найдешь на месте. Нарядную одежду она мне дала, представляешь? В Талморском посольстве в таком виде. Да я понял, что ты нарешь на меня. Где нарядная одежда? Вот, нарядная одежда, нарядные ботинки. Тебя не пустят на прием в Талморском посольстве? Да ты чё, мать, попутал? Смотри, красавчик какой! Сейчас бабы просто потекут, смотри, какой красавец. Ладно, пусть будет так. Сойдешь за обычного гостя. Ну, пока рот не откроешь, конечно. А чё с моим ртом-то не ну так? Что, пора садиться в экипаж и ехать в посольство? Да вещи-то заберешь у меня, нет? А, вот. Не бойся. Все тебя дождется здесь, в целости и сохранности. Спасибо. Главное, вернись живым и с уловом. Я что, на рыбалку же? Какой улов? Что ты несешь-то вообще? Красавчик! Нарядная одежда. Теплая, походу. Судя по ее структуре, это очень теплая какая-то зимняя одежда вообще. Как я пойду на прием, как я пойду в здание в теплой одежде? Это же некрасиво, это же жарко. Еще кто-то опаздывает на вечер у Эленвен. Ну да. Какой шикарный экипаж, надо же. Да. Мое почтение, господин. Ну ёпта, присмыкайся передо мной, челядь. Из-за того, что заблудился в этих богами... Да мне насрать вообще, кто-то опоздал. Куда мне идти-то? Я предпочитаю приходить пораньше. Ну еще и скажи, как Шелдон, что ты просто не хотел приходить, поэтому я опоздал. Где посольство-то? Не понял я, что надо сделать-то. Поговорить с Малборном опять? А где Малборн-то? На улице, что ли? Ты хватит там уже свои истории мне рассказывать. Так, выход-то есть отсюда? В смысле? А как к нему попасть тогда? Тут ты чертовски холодно. Чертовски, что просто обосраться. Эй, Малборн, иди сюда. Вещи мои дай. Он идет вообще, нет? Поговори с водоем, холодный ветер. А я где? Чё-то я не пойму ни хера. Так, а я-то где нахожусь? Подожди-ка. И как я нахуй с ним поговорю? Вы что творите-то? Ударили, что ли, или чё? Поговорить, я с ним поговорил уже. Чё вам надо-то? Наверняка подружимся. Жду, не дождусь. Ну-ка, отвези меня куда-нибудь, извозчик. За тобой. Но меня тут все знают. Я ну окей, окей. Не пропускаю вечера у Эленвен. Хорошо. А чё я ее использую? Я что-то не понял, в чем прикол-то. Пожалуйста, не торопись. Да хорошо, ладно. Ты кто? Добро пожаловать в Талморское посольство. А-а-а. Ваше приглашение, пожалуйста. Нате, держите. Вот. Благодарю, господин. Проходите. Спасибо. Это квест лаганул, что ли, что? Это какой-то пьянчушка со мной хочет за компанию прийти, чтобы потом все штрафы за его пьянство на меня повесили. Нехер ко мне притесываться, чувак, я тебя знать не знаю. Вот он! Добро пожаловать. Мы, кажется, не знакомы.
Я Элен Вен, посол Талмара в Скайриме. А я этот... А вы? Меня зовут... Ах, да. Я видела ваше имя в списке гостей. Какое имя сложно не заметить. Расскажите о себе побольше. Что привело вас в эту... Жопу? В эту жопу. У нас закончилось вино Алта. Вы разрешите мне открыть Орентийское красное? Конечно. Я же просила не беспокоить меня такими мелочами. Мне тоже открой. Да, госпожа посол. Здорово. Какой персонаж посол? На. Мы еще познакомимся поближе. Прошу вас, отдыхайте. Спасибо. До свидания, госпожа. Что вам? Здорово. Да, что тебе нужно? Пора. Конечно. Я посмотрю, есть ли у нас еще такая бутылка. Ты понимаешь, что я тебе говорю, нет? Я буду ждать у двери, пока все не отвлекутся на другое. Слышь, дай мне шмотки-то. Пожалуйста, господин. Лучший калавианский бренди. Чем еще могу служить? Одежду дай мне. Какой нахер бренди? Ты дурак, что ли, совсем? Кто-то через стену поет. Нормально вообще. Слышь, что? Да, что тебе нужно? Чем могу служить? Конечно, я посмотрю. Я буду ждать у двери, пока все... Отвлечь всеобщее внимание, сбежать с приема. А как я отвлеку-то? Товарищи, короче, тут всеобщее внимание надо отвлечь. Слышь? Что-то к вашим услугам гостеприимство Талмарского посольства. Все, подожди, может ты? Видишь вон того пьянчугу? Веришь или нет, он из руководства Восточной Имперской компании. Окей. Так, ты здесь по делам гильдии? Не говори о гильдии. Вообще лучше совсем со мной не говори. Неподходящее место. Хорошо. Какой-то пьянчуга. Пьянчуга сейчас должен что-то натворить. Ты пьянчуга. Человеку, который умеет делать деньги, война может принести хороший доход. Или ты пьянчуга. Вот! Что тут надо сделать, чтобы тебе налили? Ща он натворит вообще делов-то. Вот тебе. Щедрая душа среди этих скаридов и дармоедов. А кругом ублюдки, ты не говори. Если я могу тебе чем-то помочь, обращайся без колебаний. Отвлеки, пожалуйста. Ну, кое-что ты для меня можешь сделать, во. Чудесно. Я готов немедленно отблагодарить тебя за щедрость. Дай знак, друг. Вот, сумную сцену надо устроить. И это все, да. Друг мой. Только я могу тебе помочь. Я устраиваю вообще... Устраивать сцены — это практически моя специальность. К другому-то я и не обращался. И насладись моим мастерством. Ну давай, покажи, на что ты способен, пьянь. Давай, разбей лицо послу, убей охранников, вставь ей флейту поглубже в рот. Пожалуйста, послушайте меня. Я хочу сделать объявление. Пошли, пошли. Погнали, погнали! Погнали! Чё ж, я не против. Забрать свои вещи. Где? Тут где-то. Ну и чё? Пока всё хорошо. Будем надеяться, что никто нас не видел. Будем. Мы должны пройти через кухню. Твои вещи спрятаны в кладовой. Хорош. Держись поблизости. А говорить буду я, хорошо? Хорошо. Иди за мной. Без проблем. Хоть кто-то когда-то без меня что-то начинает делать. Погнали. Кто идет, Малбор? Ты же знаешь, я терпеть не могу странные запахи на кухне. А ты больше нюхай, ёпти. Гостю стало плохо. Оставь его в покое. Поблевать я иду, что тебе не нравится? На кухне? Ты же знаешь, это против правил. Против правил, Цавани? Отлично. Так, предметы, все, надеваем. Оружие. Надели, одежду. Оп. Оп, красота. Так, подожди, а клинок-то у меня не достанется же. Наверное, нужно. О, так нормально. Убирайся отсюда. Я ничего не видела. Окей. Твои вещи в этом сундуке. Я взял уже. Закрою за тобой дверь. Смотри осторожнее. Давай. Окей. Если меня хватится, нам крышка. А мне-то что будет? Меня хер хватится. Что надо делать-то? А, документ надо какие-то украсть. Я понял, на себя так на себя. Только на себя я могу рассчитывать, Малборн, поверь мне. Я бы и без тебя нормально справился, и без тебя бы нормально сюда пробрался, всех бы перебил, забрал бы эти сраные документы. Так, это что такое? В Скайрим мне надо идти?
отыскать информацию о возвращении драконов. В Скайриме? Как-то это странненько. Сейчас, скорее всего, перекинет обратно на ту сторону, скажет. Что, чувак, ищи там. Ну, конечно. А, нет. О, нормально. Мне надо совершенно в другую сторону идти. Так, ну я по инвизу с этим справлюсь вообще на ура. Это без проблем, прям только так. Меня никто, в принципе, не заметит. Так, какой-то охранник стоит. И что мне с ним делать? Карманная кража, талмарский волшебник. А есть какой-то другой вход в эту почивальню, так сказать? Чё, серьезно? Я не могу пробраться сюда без убийства этого человека. Я не хочу, зачем? Я хочу потихо и все спокойно. Где-то всяко со второго этажа, наверное, можно залезть. Чё, серьезно, да? В натуре, прикинь, некуда пролезть. Ну давай тогда увольнем. А, он ушел! Мудак. А, он не ушел. Не мудак. Ничего надо делать. Давайте я его ударю. Быстренько, 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 прям быстренько. Мне нужны эти деньги. Я их задавал. У меня столько расходов. Тихо. Не зарывайся, Гиссу. Ты очень полезен, но не зарывайся. У нас есть и другие информаторы. Менее наглые. Ай-яй-яй, что-то уже подозревают. Чего-то тут уже того наделали. Так, а мне наверх. Опа. Старика какого-то ищу, ты понял? Что за старики у вас тут, ребятки? Ну-ка расскажите мне подробнее-то. Я пока похожу, послушаю. А? Опа. Ключ от камеры дознания. Опа. Талмарское досье дельфина. Неплохо. А теперь у меня много. Не мешай мне, если хочешь увидеть остаток своих денег. Может, а что теперь-то? Я могу по... А, прочитать, наверное, надо. Ну-ка. Так, отчет по делу о драконах. Первый эмиссар Эленвен. Мы надеемся в скором времени выяснить, кто или что стоит за феноменом воскрешения драконов. Наш информатор указал знающего человека, которого мы доставили в посольство для полного допроса. Подследственный очень упрям, но все указывает на то, что он скрывает нужную нам информацию. Я дал разрешение на промежуточную ручную развертку. Ла-ла-ла, бла-бла-бла. Короче, нашли кого-то мужика, которого мучают, который знает о драконах. Теперь мне, собственно, надо пройти к нему, наверное, в камеру дознания как раз-таки в эту, которая там есть, и дознать у него самому, что он там знает и что он скрывает. Нам сюда куда-то, да? Это что? Во, все отлично, ключ от камеры дознания, все сходится. Я иду в подвал, здесь где-то есть этот чувак. А, он сидит внизу. Надо только остальных, короче, убить, чтобы нормально его допросить. Не надо, пожалуйста, я больше ничего не знаю, я бы уже все вам рассказал. Все равно топором мучает. Ты дебил. Ай-яй-яй. А, Эсберн, отлично. Чи пока тебя не спросит. Дальше-то куда? Рулендил задает вопросы. Дальше-то куда? Он сейчас спалит, что документов нет, да? И начнет панику поднимать, смотри. У него просто садится. А что надо-то? Книги, досье, дельфина. Прочитал. Досье Ульфрик-Буревестник. Прочитал. Эсберн. А, во, покинуть талмарское посольство. Надо было по поводу этого чувака сначала почитать. Я бы тебя, конечно, убил. Знаешь, пощадить. Ладно, вы не буду. Слишком много палева наведется, так не буду. Лучше сюда. Какой нахер ключ? Как обычно, ты в ловушке. И от чего ключ-то? Если... Мне у кого ключ-то отжать? Ключ от камеры дознания нет. Лососевый маленький. Свитки, 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 свитки. Давайте, а как где ключ-то упереть? Помогите. Есть один старик. Он живет в Рифтоне. Может, он и тот Эсберн, которого в Рифтоне. Я не знаю. Старик, а у кого ключ-то упереть? Подождите, ребятки. Он быть где-то здесь. Кого ты там ищешь-то? Как его зовут. Может быть, мне по-другому отсюда выбраться? Я не вижу ключа, ни одного охранника ключа нет, ничего нигде нет.
И где нам искать этого безымянного старика? Малборн, тебя уже захомутали. Неудачник. Я его видел в крысиной. Вот. Упер! Красавчик, упер! Ищите, свищите, куда вы топаете? Вот. Я пошел. Взял, короче, упер, прикинь, меня прокатило. Красавчик. Бляха-муха, вот что там подобрал? Пойдите, разберись, что мне будет вещь. Теперь вес мне мой весь занимать. Ведь хотел нажать, открыть люк. Нет, что-то подобрал. Так всегда. Так постоянно, постоянно что-то ненужное подбирается, собирается, потом где-то везде мешается. Че, я выбрался? Ой, ну конечно. Ледяной тролль, привет. Вот и все. Камень Борензии, ты посмотри, а. Опа. Нет, мне нужен кошелек с монетами. Опа, опа. А это у меня прокачано, это в принципе мне ничего не даст. Ладненько. Замечать ельно. Мы с вами выбрались из засады практически. Из Талмарского посольства, из рассадника гадости. Где тут что? Как я тут? А, вот я. Из рассадника всей этой гадости, хероборости, которая за нами следит, все эти твари. Фу вообще! А мы отсюда... Ай, Скайримчик мой дорогой, вот и ты! Выбрались, выбрались, поговорить с дельфиной. Поехали, поговорим. Опа. В Ривервуде сидит, ладно. Она, в принципе, там и живет. О, от этой херни я излечился или нет? Я что-то и не понял даже. Вроде излечился, а вроде и не лечился. Ну и насрать вообще. Ничего страшного. Она мне никак не мешает, она мне ничего не делает, меня никто времени не обращает, я ей не пользуюсь, солнца никакого нет. Они, по-моему, здесь уже должны были протухнуть. Вы чё, пацаны, здесь сколько валяются-то они? Ходят вообще, они воняют уже на пол Скайрима. Даже никто не уберет. Чё за херня? А, это может быть типа специально, что если бы они пропали, то я бы не смог подобрать письмо и не смог бы начаться Драгонборн. Да, наверное, это именно так. Да у меня есть Нарния своя, нахер мне ваши комнаты вообще? Здорово, дельфин. Ну, тебя хоть не убили. Да. Твои вещи лежат у меня в комнате в полной сохранности, как я и обещала. Спасибо. Удалось узнать что-то полезное? Да до хера всего узнал. Правда? Да. Что-то не верится. Это точно? Точно. Так, да, это точно, они ищут какого-то Эсберна. Эсберн? Да! Он жив? Да! Я думала, талмурцы уже давно его изловили. Безумный старик. Хотя это значит, что если талмарцы захотят выяснить, что происходит с драконами, они быстро его найдут. Да-да-да, они знают, где он. Кроме желания убить всех клинков, до которых они доберутся? Кроме желания убить всех клинков, до которых они доберутся? Эсберн был архивариусом клинков. Одним из нескольких. Прежде чем Талмар сокрушил наш орден во время Великой войны, он проштудировал все книги и рукописи в наших архивах в поисках сведений о драконах. В древности клинки очень много о них знали. Эсберн был этим по-настоящему одержим. Тогда это никого не интересовало. Кажется, зря мы думали, что он сумасшедший. Я вам сразу говорил, нормальный мужик, чего пристали к нему. Подожди, а вещи-то мои? Утопало куда? Специально под шумок меня решил увести, чтобы я ничего не забрал. Вот они. Ух, вот это звук. Взял все, красавчики. Так, а в этом нет ничего? Во, все вещи мои на месте, все хорошо, все замечательно. Так, ну ты чё, мать, куда ты там садишься? Давай дальше рассказывай. Кроме желания убить всех клинков, до которых они доберутся... Да куда ты встаешь, я только к тебе. Эсберн был архивариусом клинков. Одним из нескольких. Прежде... Чё мне надо? Поговори с дельфиной. Хватит, короче, месить мне тут. Эсберн, вот. Какая ирония, не так ли? Да. Что бы ни случилось, старые враги любую беду валят друг на друга. Но все равно, нам нужно найти Эсберна раньше, чем они до него доберутся. Если кто-то и знает, как остановить драконов, то это Эсберн. Они знают, где он? Ну, похоже, думаешь, он прячется в Рифтене. В Рифтене, да? Да. Тогда, наверное, в крысиной норе. Само собой. Я бы сама там спряталась. Ну, так правильно. Отправляйся в Рифтен. Поспрашивай в буйной фляге, что в крысиной норе. По крайней мере, Рифтен уже что-то. Да. И когда найдешь Эсберна... Если думаешь, что у меня паранойя, скажем так, его доверие будет добиться непросто. Спроси его, где он был 30-го дня начала морозов. Он поймет. 30-го дня начала морозов.
Дипломатическая неприкосновенность. Крыса, загнанная в угол. Так, сейчас быстренько сделаем одну хернюшеньку. Прям очень быстренько. Прям очень-очень. Оп-оп-оп. Так, оп-оп. Опа. Оп-оп-оп. Оп-оп-оп. Во! Вот это уже вот это получше. Я просто не могу с джойстика в избранное зайти, а кинжал постоянно сбрасывается, если ты убираешь его. Да нихера мне от тебя не нужно, отстань, мне уже нужен какой-то дурной старик. Найти убежище Эсборна в крысиной норе. Вот, пошли по сценарию только так. Так, крысиная нора. А, так крысиная нора-то, это же это, как его? А, это там, где гильдия воров, да-да-да-да-да. Это мы помним, это мы знаем, там мы, ребята, вообще четкие. Там мы главенствуем. Опачки. Да, он тут... Я поехал. Тут, короче, еще эскалатор есть, по ходу дела. Эскалатор, который автоматически открывает дверь, везет твою популю туда дальше, и все замечательно. Действительно. Классная идея насчет эскалатора. Он по-любому это имел в виду. Просто так люди не усмехаются. Буйная фляга, крысиная нора. Это, где старик? Давайте мне быстро признавайтесь. Вон старик, все, я понял. Ты кто? Нет. Так это ты? Вот. Много народу его ищет. Не знаю его имени, но он хорошо платит, чтобы никто не узнал, что он тут. Он прячется в крысиной норе. Ага. Почти не выходит. Кто-то приносит ему еду и все остальное. Давай я принесу. Старый сумасшедший, говорят. Чтобы здесь жить, и вправду нужно умом двинуться. Так, найти Эсборна... Где он живет? Он прячется в крысиной норе, в муравейнике. Будь начеку, не только ты его ищешь. Окей, так, подожди, где тут торговка еще была? Надо ей что-нибудь загнать. На. Добро пожаловать. Побрякушки, у меня тоже всякого говна полно. Так, разные. На. Все, остальное не дам. Ладно. Складно, поехали. Прости. Чуваки, по головам пошел. Так, подожди. А, назад, что ли? Что-то он встрепенулся. Я вообще не хотел с тобой разговаривать, если честно. Крысиное нарохранилище. Нам нужен человек, похожий на безумного старика. А, там уже талмарцы его ищут. Собаки, да посмотри, какие, а. Тут и один тут. О, раз, два, подожди-ка, ребятки. Это надо вам как-то немного замутить. Опа! Ой, оно и работает на всех. Красота. Агент Клинков? Да, это я. Фамилия Клинков. Прикинь. А это агент Клинков. Агент Куплинов. Так, туда мне нахер не надо. Я пойду сразу вниз. Опа. Ага. Пусть дерутся, пусть. Мне не страшно, мне не жалко. Главное найти старика раньше них. Мы их таким образом стопорнем. Они пока между собой разбираются. Я уже буду далеко впереди, далеко от них, далеко в старике. Практически в нем буду сидеть и расспрашивать его. Скажи мне, Эсберн, что ты знаешь о драконах? Скажи мне, Эсберн... А, я думал, как сюда подняться. Скажи мне, Эсберн, как подняться к тебе? Но этот вопрос я уже нашел ответ сам, поэтому осталось выяснить, что же он знает о драконах, этот безумный старикан, который прячется вот тут. Уходи. Не уйду. Что? Нет, это не я. Я не Эсберн. Знаем, знаем. О чем ты говоришь? Давай, не дури мне тут. Все хорошо. Дельфина? Да. Да как же вы... Так вы ее все-таки нашли. Ну? Она привела вас к нам. Да. И я попался, как крыса в крысоловку. Именно. А Дельфине нужна твоя помощь. В самом деле? Да. Она наконец-то разглядела истину. Само собой. Ходи... И расскажи, как тебе удалось меня найти и что тебе нужно. Это было очень просто, Эсберн. Ты совершенно, короче, не можешь сейчас, прятаться. Сейчас, сейчас, секунду. Быстрее, тут талмарцы везде. Вот. Сейчас, еще парочку. Над тобой уже смеются, Эсберн. Столько замков. Кто там ржет-то? Ты откроешь мне сегодня, вот нет? Все. Проходи. Спасибо. Так, эх, нихера! Захомутал. Давай, значит, говори. Дельфина все эти годы продолжает сражаться. Но вообще не останавливалась. Я думал, она уже поняла, что это бессмысленно. Я пытался ей объяснить много лет назад.
Почему что? Бессмысленно-то? Неужели еще непонятно? Что еще должно случиться, чтобы вы все проснулись и поняли, что происходит? Ну, что-нибудь. Алдуин вернулся. Все прямо по пророчеству. Алдуин? Дракон начала времен, который пожирает души мертвых. Дракон? Никто не сбежит от него, здесь или в мире ином. Я смогу. Алдуин пожрет всех, и наступит конец света. Ничто его не остановит. Я пытался им объяснить, но они не слушали. Глупцы, все сбылось. А я мог только смотреть, как приближается наш конец. Ну окей, Алдуин, ну и чё? Да, да, видишь, ты знаешь, но отказываешься понимать. Как убить-то его? О, да, все это было предсказано. Начало конца. Алдуин вернулся. Только драконорожденный, Давакин может его остановить. Это я. Но уже много веков... Никто не видел дракона рожденного. Сейчас как гаркну я тебе в лицо. Боги просто устали от нас. Будешь знать, кто здесь дракон рожденный. Они оставили нас на съедение Алдуину, пожирателю мира. Я Алдавакин. Ты? Неужели правда? Собственной персоной. Давакин? Именно. Тогда есть надежда. Боги не оставили нас. Мы должны... Должны. Мы должны идти. Быстрее. Отведи меня к Дельфине. Нам нужно многое обсудить. А, выполнена крыса. Нужно кое-что взять. Бери. Это нужная вещь. Нет, это мусор. Где же мой ануат с комментариями? Вот лежит. Вот, прочесть огонь и тьма. Опа. Ничего не прокачивается. А что в сундуке? Ты золото забыл, старый пес. Где-то там. Пойдем. Я понимаю, что время не ждет, но нельзя же оставлять все наши секреты Талмарцу. Сожги все нахер. Надо взять. Так, вроде бы все, можно идти. Че он взял-то? Он ничего не взял. Поехали. Ты слышишь? Пошли. Нам нельзя останавливаться. Я готов сопровождать тебя. О, великий сумасшедший. Опа. Сегодня я выходи. Поужинаю. Э, а ты за меня что ли? Иди нахер. Дурак. Ай, ну маги полезли. Все подряд, все подряд. Нет никого. О! Пойдем со мной, хватит драться. Я специально их всех заедал, чтобы ты не дрался с ними, дурень. Где выход-то? Так, это камера. Это дверь в клетку, да? Это не то вообще. Поход дел куда-то не сюда, мы с вами топаем. А, нет, все правильно, за мной! Во, крысиная нора хранилища. Он же за мной проследует, нет? О, красавчик, он уже за мной идет. Молодец! Спокойненько. А, пришел, смотри, человек-паук со стены спустился. Сука. Еще будут на моего старика нападать. Как где ваши манеры, молодежь? Что за дела? Что такое? Куда мне? Что-то сбросился, короче, таргет непонятно куда. Поход дел куда-то сюда надо. Главное успеть... Оп, спокойно, подождите. Это кошельки с монетами, их нельзя просто так оставлять. Нихера ж себе. Столько повыкидывали. Я надеюсь, его не убьют, пока я тут иду. Да ты смотри, на каждом шагу валяются. Сегодня удачный день у тебя, Давакин. Ты не только, короче, спасешь весь Скайрим, ты еще и денег поимеешь с этого, неплохо так. Где... Смерть. Мое единственное спасение, ничтожество. Мое? Иди сюда. Гисур какой-то? Это кто еще такой? Гисура, я не знаю, куда идти-то. Что с этим указателем? Куда надо топать-то? Иди за мной. Надо выше подняться, что ли? Подожди, а где лестница наверх? Вы бы лучше ее вместе со мной искали, а не меня. Меня все равно не найдешь. Надо где-то найти лестницу наверх, я так понимаю.
Здесь нет лестницы наверх. Ну-ка за мной. По-моему, нормально, все обследуем. Так, здесь, значит, второй этаж. Здесь, значит, не то. Здесь какой-то чувак еще бегает, по ходу дела, с нами. Это спуск вниз. Это что? Кто его бьет-то там, алло? Что-то я старею. Гиссур, секунд, куда собрался-то? Я жить хочу, нехера было на моего нападать, жить он хочет. А, вот. Ёптыш. Что надо было в самой жопе спрятать этот проход, его так просто не найдешь нихера. Реально прям непонятно где, там уже смотрится, что там тупик, нет там ничего. Оказывается, нет, подъемчик, пожалуйста, наверх, вот вам подъем, проходите, кто хочет. Счастливой дороги, так сказать. О, пинчук какая-то развалилась, ты жив, нет? А, ты все уже. О, это же этот. Как его из коллеги Винтерхолда. Чувак, который мне всегда помогал. Так, еще один маг стоит. Вообще не вкуривает, что его ждет смерть. Талмарский волшебник. До свидания. Ну, отлично, вот мы на третьем этаже. Очень сложная траектория дохождения до третьего этажа. Это со мной там, нет? Идет еще. Вот старый-старый. А делать свое знает, идет и идет. Опа, вот эти тайные знаки всяких гильдий воров, темных братств непонятных, на бочках, на всяких говномочках, на всем подряд. Так, иди за мной. Опа. Его надо вывести к дельфине, да? Тупо просто довести до нее, они с ней потрещат и в итоге расскажут мне, какое мое следующее задание, дадут мне новый квест. И на этом закончится прохождение с СМС, как его там зовут, Эсбер. Эсбер, отойди, ага, салага. Тебе что-то нужно? Нет, мне нужно попасть к дельфину. Ага, тебе что-то нужно? Мужики, вам тут не тесно втроем-то, ага, слышишь? Тебе что-то нужно? Мне нужно быстрее отойти от тебя, ты слишком близко ко мне встал. Все, так, нам к дельфине. Сопроводить его в Ривервуд, погнали. Я надеюсь, он так со мной быстро перемещаться-то умеет? Сопроводиться, нет? То мало ли сидеть, короче, ждать его, пока он дотопает своими старыми костылями-то. Че это было сейчас? Че происходит-то? Смотри, драконы восстали! Да нахер он нужен, пойдем быстрее к дельфине. Мне все равно кости его некуда девать. Спасибо. Опа. Нахер он надо сейчас войнушки? У меня, во-первых, кости некуда деть. Во-вторых, уже серия к концу подходит. Дельфин! Здорово! В чем дело? На! Правда? Он жив? Да! Где он? Вот там, где-то стоит. Мара милосердная, он жив. Идем, нам многое нужно обсудить. Там дракон, слышь? Ну, сейчас драконом воевать начнется, ёптую. Ты чё? В чем дело? Тебе что-нибудь нужно? Не понял я. Где там этот пес? Ты почему со мной не зашел? Его сейчас дракон там зажарит в конце концов. О, труп упал, смотри. Я тебя повсюду ищу. Тебе просили кое-что передать, лично в руки. Давай. Посмотрим. Ну? У меня тут письмо и гора золота. Вроде как это тебе в наследство. Да. Мои соболезнования. Ну, вроде все. Ладно, мне пора. Спасибо. Вот уж не ждал. Где он? Тварь! На! 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 Да кто тут мне мешается-то, ёптую? Ну-ка сядь на место, дракон, из-за тебя квест не могу сдать, паскуда. Прям в пузяку пролетело, так неплохо ему. Нихера себе. Электрический голем. А, вот он, отлично. Не, чувак, ты сегодня без атаки, я тебе серьезно говорю. Ты сегодня никого не атакуешь, я сказал. О, молодец, сам приземлился. На-ка. Дракон херов. Ну ты чё, добей. Да твою ж мать, дурила. Неужто? Так, надо забрать с него кости. Подожди, дельфин. Сейчас подойду. Да-да-да, предвестник я. Прощай, ящурка. Отдай мне душу и пойдем. Ну, долго поглощаться, нет?
чувствую. Чувствую прилив драконьих сил. Ну. Все, перегруз. Перегруз, твою мать. Это называется перегруз. Давакин, Давакин, подожди. Давай-ка я маленько назад все это вставлю. Да, пусть 6 будет. Во, нормально. Короче, никуда не улетай, понял? Я за тобой слежу. Там кости мои, чтоб не видел никого в руках с моими костями. Иначе побью всех нахер. Так, короче. Послушаем, что скажет Эсборн. Ну, давай послушаем. Говори. Я тоже рада тебя видеть, Эсборн. Слишком много, старый друг. Слишком много. Не обзывай, он еще молодой. Ну что ж, ты здесь и в добром здравии. Идем, я знаю, где мы сможем поговорить. Это где сюда? Же? Сюда. Туда? Окей. Идите. Давайте я сохранюсь. Поговорим мы с вами с ними в следующей серии, потому что разговор, я чувствую, затянется. А ссылка на плейлист будет в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, комментируйте, ставьте лайки. Всем до встречи в следующей серии, ребятушки. Всем пока. Раньше здесь был мат.